Я вас категорически приветствую аж в целой 9-й серии. О, даже заговариваюсь уже немножечко. Продолжаем проходить тирдаун. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Дай смотреть на тебя полностью. Флудинг. Что мы должны сделать? Мы должны украсть какие-то книжные документы. Ага, ну я полагаю, что они будут подключены к системе оповещения. О, ничего себе. Смотрите, великий потоп произошел на карте. О, слушайте, это круто, что можно поднимать воду. И я полагаю, что мне, наверное, стоило купить себе деревяшек перед отправлением. Да, смотрите, вышку, в смысле, вот эту вот башню раздолбали. В общем, тут прям чрезвычайно мощные изменения произошли. И у меня есть гоночный катер, на котором я могу плавать. Мы должны привезти... так, это очень странно. А, нет, ничего странного, все нормально. В общем, мы должны привезти целых 5 обязательных штучек. И давайте посмотрим на первую, которая я уже вижу, что... Подождите, а раньше вроде эти окна кувалды не разбивались. Я ее что, прокачал? Ну вот, пожалуйста, первая есть у нас... Первое есть. Надо понять вообще приблизительно, каким маршрутом я это буду делать. Но я смотрю, что самая дальняя находится здесь. И, вероятнее всего, с нее есть смысл начинать. Да, пойдемте угоним вот этот катер, который там припарковали для нас разработчики. Причем, что вот это? А, это забор, господи. Я думал, что там за граница такая непонятная? О-о-о, тихо-тихо. Нихера себе, он сумасшедший быстрый. Так, в общем... Наша цель в этом грузовике, сейчас я туда задом сдам. Блин, тут еще столбы, смотрите, фонарные. Можно корабль-то разложить раньше времени. Я бы так не хотел сделать. Так, паркуемся аккуратненько. Вот так вот, пойдем посмотрим. Ну да, я вижу уже, что здесь все подключено. Слушайте, чисто поржать. Вот чисто поржать. Я никогда так не делал, или делал, но уже забыл. Вот что, если я выпилю просто вот этот прибор? А, он, наверное, не выпилится, потому что здесь вот эта вот штука. Где мой блоуторч? Нет, слушайте, выпиливается. О-о-о-о-о-о! Спокойно, спокойно. Я просто хочу проверить, могу ли я упереть? Да хорош гореть, что-то как я не знаю. Блин, вот мне тут... Давайте вот это передвинем аккуратненько, чтобы провод не задеть. Вот. Блин, как бы тебя так поставить-то, а? Вот тут нормально полежишь? Тихо, стой. Господи, как тебя закрепить-то? Есть одна идея сейчас. Пайп-бомб. Вот это, по-моему. Да-да-да. На! Все, стоит. Отрезаем. Нет, слушайте, при малейшем движении, даже когда провод, собственно... Я понял. Короче, так не прокатит. Ну, хорошо. Ну, я должен был попробовать, потому что я как-то один раз пробовал в начале прохождения, и, в общем, мы поняли, да, здесь находится... Ну и, допустим, мы садимся, значит, в катер, и я полагаю, что плывем мы... Куда мы плывем? Мы плывем, вероятнее всего, сюда, потому что дальше, отсюда, я уже побегу пешком, как сумасшедший, потому что здесь, наверное, можно будет паркуром обойтись, да, надо только маршрут проложить. Ну и вот, короче, мы, значит, плывем. Такие, поплыли. Вот сюда вот приплываем. Сразу поворачиваем. Я не знаю, как я быстро это сделаю, но, в общем, довольно непросто будет здесь организовать эту хрень. И мне надо пробить тут крышу, чтобы запрыгнуть-то нормально. Наша цель находится вот здесь, да? Да, она прям в углу. Ну и что будет, если я пешком пойду? Не, ну пешком это бред. Нет, бред. Это точно бред. Пешком мы не пойдем. Я пробью вот это окно, наверное. Потому что входить будем тут 100%. Это просто быстрее. Видите, пробежали так по крыше. Бах, забрали. Возвращаемся обратно, садимся в лодку. И плывем. Куда мы плывем? Я просто думаю, откуда начинать-то? Можно, конечно, психануть и вот в эту сторону поплыть. Но там забор. Я боюсь, что если я дно пробью просто, и привет будет. Поэтому мы, наверное, плывем вот сюда с максимальной скоростью прям. Упс. Ну, допустим, до сюда доплыли и побежали. Первая точка. О, боже, а что там все развалилось-то нахрен? Там что-то все упало. Ну и ладно. Так, где у нас тут точечка? Точечка у нас в углу. Пошли, пробьем его сразу. Короче, мне надо будет на эту крышу забраться.
вот наша коробка. Я могу или не могу? Могу вот отсюда, да? Вот отсюда я могу ее забрать, не спускаясь. Короче, взяли. И дальше мы бежим, ну, допустим, вот сюда, по трубам. Вот тут есть труба. Слушайте, я, ну, прям впритык получается. Вот здесь, видите, проход имеется. Мы берем эту штуку, выносим себе здесь. Ага. И у меня будет только один прыжок на трубу, да? Я полагаю, взяли эту хрень, выпрыгнули на трубу, по трубе бежим. Дальше у нас серьезные проблемы, потому что плыть это очень долго. Надо подумать, как мне с трубы по-быстрому перебраться. Слушайте, ну вообще-то есть идея одна, есть одна идея. Сейчас я попробую. Если я смогу вот на эту крышу запрыгнуть, я, может, вот по этому дереву, на ящик и туда. В общем, попрыгушечки у меня тут будут серьезные. Мне только надо войти в дом, чтобы еще раз проверить мой план, который может прокатить. Вот мы, короче, выпрыгиваем сюда, прыгаем на крышу. По крыше, значит, мы бежим и видим здесь, ну, допустим, вот на красный. Потом сюда, потом вот... все, не долетел. Так, ну окей, есть проблема. Мне надо как-то вот добраться. Там еще машина есть. Ну можно это дерево, кстати, сбрить. Да, чё я, кстати. Вот и по фонарику сюда, потом прыг-скок сюда, потом здесь уже все раздолбанное. Берем эту штуку, это последняя, и прыгаем в лодку. Вот. Ну, в принципе, понятно. Quick load происходит. Я нахожусь не в правильном месте, поэтому мы пойдем сейчас там все подготовим. Максимальная скорость. Вот так уже ближе. Забираемся на ящичек. Прыг-скок. Смотрите, это триггер. Видите, эта хрень рушится, когда я подхожу поближе. Но она что-то не дорушилась. Ну-ка, падай. Ну, другое дело. Правда, забираться будет не так удобнее, как в прошлый раз. Сейчас мы тут дырочку проломим заблаговременно. А вот отсюда точно не дотянуться, да? Ну да, тут я вообще смогу свалиться. Ну его нахрен, лучше не рисковать. И, в общем, дальше мы бежим сюда. Бежим сюда по трубе, прыгаем сюда. Забираем эту хрень и пробиваем себе тут стену. Прыгаем сюда. Теперь сюда. И вот это дерево надо сбрить. Так, как бы это сделать побыстрее-то, а? Мне надо вот тут хотя бы начало убрать. Теперь мы на него прыгаем, собственно, по нему перелезаем. Долетаем сразу до крыши. Перепрыгиваем сюда, забираем последнюю, и, в общем, мы в катере. Ну что, товарищи, в принципе, я продумал все. Ну, или почти все. Поэтому пойдемте, попробуем, да? Очередное активирование максимальной скорости. Прибыли. Сейчас мы сделаем quick save. Я сегодня решил не заморачиваться с рисованием, потому что карту эту хорошо знаю. Много здесь играл, поэтому не запутаюсь, надеюсь. И поехали. Садимся в катер. Вперед, максимальная скорость. Вот сюда вот. Давай. Нет, пожалуйста, не теряй скорость. Вот тут. Прыг-скок. Черт, я забыл здесь пробить. Я молодец. Ну, короче, зашли. И вот здесь я забыл пробить. Ну, ладно, это можно сделать так. Возвращаемся на лодку. 30 секунд. Я нахрен ни в чё не успею. Давай. Так, приплыли. О, боже, я сам себе тут все испоганил. Ну, ладно, рестарт. Это мне определенно нравится. Давай еще быстрее. Готов. Давай, берем. Поехали. Так, ну короче, как смог, так и забрался. Не забрался. Все, сейчас будет все нормально, я все понял. Я знаю, как мне там повернуть. Это, наверное, самое сложное место на карте. От него зависит дальнейшая судьба прохождения этой карты. Вот так отлично будет. Давай, пробурим здесь. Да, сука, тварь! Я почти уже сделал. И тут нет. Давай. У меня получится. Я смогу. Я лучший плавун на этой карте. Давай. О, боже. Я, по-моему, опять накосячил. Ну ладно, проверим заодно. Берем. Да берем же.
Обратно в лодку. Я 30 секунд трачу на это безобразие. Это ужас вообще. Кошмар какой-то. Так, выпустите меня. Бежим сюда. Прыг-скок. 20 секунд. Не, наверное, не успеть мне. Наверное, не успеть мне. 20 секунд. Черт подери. Бери это дерьмо. Бери это дерьмо полностью. Давай, побежал. 15 секунд остается. 12. О, беда какая, а. 9. Слушайте, ну это прям, да. 4, 3, 2. Ну и у меня там вот последнее. Фига себе. Фига себе. И как мне это успеть? А как мне это успеть? Это же все равно обязательно надо делать. У меня выхода-то нету. Окей, где я теряю время? Я теряю время на развороте корабля. О, и я теряю время на подплыве к этому месту, да? То есть вся надежда у меня на то, чтобы быстро подплыть. В общем, да, это камень преткновения, наверное, мой. Еще раз пробуем. Поехали. Я буду пробовать, пока у меня не получится. Другого у меня выбора нету, по-моему. Так, пробиваем вот здесь, прыг-скок. Давай, запрыгивай. Так, берем коробку. Давай, выйдем здесь. Так будет быстрее. Поплыли. Да боже мой, что у нее с поворотом? Так, давай, выходим, бежим. 26 секунд. Ой, да, слушайте, не это. Я не успею уже, 100%. А это было вообще не по плану. Квиклот. Вопрос. Как мне сэкономить времени? Что если я начну не там, я начну с тех трех точек, потом мы возьмем лодку. Ой, нет, ну прикиньте, это надо сюда паркануться будет. Нет, нет, надо начинать именно с этого, наверное, грузовика. А это что такое? Это земля? Это земля, по которой можно ездить. А тут, наверное, ничего нет у нас, да, из транспортных средств. Можно было бы доехать на машине. Это было бы гораздо быстрее, чем на лодке, и припарковать там лодку. Вот смотрите, у нас тут есть машина перевернутая, которую я могу водить. Серьезно? Я могу тебя перевернуть, правда? Так, у меня, кажется, образовывается новый план. Как бы тебя только перевернуть, скотина. Так, вопрос. Сейчас, может быть, если я тебя прикреплю вот сюда, то я смогу вот за этот угол тебя потянуть. И давай, переворачивайся. Переворачивайся. Нахрен тебя палочка. Вот, типа того. Как мне теперь ее подтянуть? Так, есть экскаватор. Я видел экскаватор. Пошли к экскаватору. Если я подъеду, прицеплю ковшом ее к заднице... и подтащу. Может прокатить. Поехали. Давай. Здесь мы пройдем сквозь лес. Ну а что делать-то? Все-таки это экскаватор. Сильно FPS, конечно, умирает просто. Ну что такое-то? Давай, ехай. Ну, вся надежда на тебя, друг мой экскаваторный. Ну проезжай же ты, твою мать. Он вообще на гусеницах или на колесиках? На колесиках. Нет, да, на колесиках. Колесный экскаватор. Вот так вот. Так, левая кнопка копать. А, вверх-вниз, да? Ну, отлично. Сейчас мы подъезжаем тогда к тачке. По-моему, это лучший план, что у меня был. Вот как-то сюда подъедем. Сейчас мы это дело деревяхой пришпандырим. Давай вот так вот. И попробуем аккуратненько вытащить. Да что ты бесишь ты меня, елка? Еще Нового года нет, а ты меня уже прилепила к себе. Ну что, отъезжаем. Давай. Аккуратненько. О-о-о. На повыше возьмем, вот так вот. Вытаскиваем эту тачечку, вытаскиваем. Давай, повыше возьмем. В принципе, я все сделал. Выходим. Отключаем трос. Тачка работает, ребята. Я думаю, у меня прокатит. Мой план может и правда прокатить. Паркуем ее на исходное место к грузовику. Я тут, правда, немножечко с елками накосячил, но это не беда. Главное, никуда не врезаться будет. Вот сюда мы ее паркуем. Так. Ну и вот, в общем, мы едем, значит, по лесу, по травушке-муравушке. Сейчас я экскаватор здесь подвину куда-нибудь. А может, я там себе стену пробью, сейчас посмотрим, подъедем к этому зданию. А там же на втором этаже, правильно, наше вот это вот... Про пожалуйста, нет! Говно-то какое, а? Я его объеду? Не знаю, как я его объеду. В общем, я сломал себе тут все. Весь мой план пошел... По бороде, из-за того, что я прокинул экскаватор. Ну, короче, машину, значит, мы подъезжаем сюда. Нам надо проникнуть вот здесь. Где мой дробовик? Дробовик. Ну и вот, я такой, прыг-скок, забрал коробку, прыгнул обратно. Здесь будет припаркована лодка. Мы на лодке, значит, сваливаем туда. В принципе, может прокатить. Сейчас мы это дело проверим. Надо только лодку переставить. Блин, ну, конечно, с экскаватором эпик фейл просто. Я его сейчас, конечно, подорву здесь. Вот хотя бы задницу чуть-чуть подрежем ему.
Потому что мешает просто ужас вообще. Я ж тут буду ехать, а он ведь тут будет стоять. Ну его нахрен, пусть не стоит тут. Ну вот как-то так. Можно мне вот это тоже убрать? Че, проедем? Блин, я не уверен, что я проеду реально. Мне было проще, наверное, отрезать. Да, давайте-ка я вот здесь рубану. А то не хочу рисковать. Сейчас мы ему стрелу отрежем и оттащим. Не, не оттащим, да, надо еще резать. Иди сюда. Господи, какая ты тяжелая. Иди сюда. Давай, давай. Вот, валяйся тут. И вот это тоже валяйся. Давай. Прикиньте, какая тяжеленная падла. Но ничего, я ее утащу все равно. Я же великий сварщик. Ну вот как-то так. В принципе, тут можно проехать. Правда, вот этот надо тоже убрать. Уголок. И все у меня получится. Все у меня должно получиться. А то будет очень печально и сыне. А это что там за лампочка, интересно, была? Непонятно. Окей, паркуем катер на исходную позицию. Так, давай аккуратненько вот сюда его. О-о-о, там забор. Лодочка немного повреждена. Но, по-моему, на скорость это не должно особо повлиять. Ой, стрёмно мне, капец. Главное, чтобы там тачка проехала, иначе будет полная жопа. Да, я тут, конечно, сам себе на это самое. Можно вот это дерево тоже немножко подрезать, чтобы не задеть его. А то, знаете, тут трава такая в этом мире, что может и металл порвать. Ну вот как-то так. И, в принципе, может даже и правда проедем. Ну еще можно вот этот вот, вот это вот тоже убрать отсюда. Что называется, в ноль. И вот, как бы, да. Можно вообще дорогу было, кстати, создать для машины. Но мы не будем с ума сходить. Я надеюсь, что у меня получится так. Если с первого раза не получится, я что-нибудь придумаю. А если с десятого не получится, я сделаю дорогу. Ха. Ну чё, прогресс у меня сохранен, пробуем. Да, скорость, конечно, как бы не очень радует. Ну, вообще не радует. А это как-то вообще не по плану пошло. Так, я понял, квиклот. Проблема в проходимости машинки. Есть еще один вариант. Мы попробуем проверить. Просто у грузовика же, может быть, он сможет. Так, иди сюда. О! Чё я делаю-то, твою мать? Чё я делаю-то? Всё. Да хрена я... О, боже. Можно даже на грузовике её отвезти сейчас. И всё. И всё, как бы, понимаете? И всё. И no problem. Видите, как он идеально поворачивает? Я его сейчас просто подвезу туда, и всё. И всё. Чёрт, чё я так раньше-то не додумался? Ха! Но согласитесь, идея с гоночной машиной была интересная. О-о. Аккуратней. Мы лучше, наверное, тут всё-таки проедем. Нет, не проедем. Тут гора. Тогда следуем плану. Какого хрена ты выкатилась, я не понял. Ты должна лежать вон там. Да, это, к сожалению, никак не убрать. Но, в общем, я сейчас аккуратненько тут проеду. Вот тут вот аккуратненько. Да ё-моё, а! Ай, может, и успею. Может, и успею. Не, не успею. Да, мой главный косяк — это то, что я завалил экскаватор на бок. Поэтому я его сейчас там... Очищу нормально. Разворачиваемся. Так, сейчас мы, во-первых, вот это все поубираем тут нахрен. Я сейчас его, наверное, немножечко укорочу тут со всех сторон. Чтобы не пробурить себе опять прицеп. Вот это дерьмо, по идее, не помешает. Колеса же не порвутся, правильно? Вот это тоже убираем. И все, больше ничего убрать не получается. Я этот пошире возьму. Давай. Отлично, проехали. Ну и все. Так. Quick save. Сейчас я с ума сойду, попробую на гору забраться. Не, не получается. Ну ладно. В общем, в принципе, что, мы готовы, да, к выполнению задания? Я еще раз делаю quick save. И поехали. Коробочка была успешно взята. Теперь поднимаемся на гору. Прыгаем сюда. Берем эту коробочку. Прыгаем туда. Садимся в прекрасную лодку. Давай, поехали. Давай, давай. Выпрыгиваем. Я нашел более короткий маршрут, по-моему. Так, теперь бежим сюда. Забираем эту коробочку. И бежим туда. Тихо, аккуратнее. 30 секунд. Шансы есть. Шансы есть, товарищи. Определенно точно шансы есть.
22 секунды. Берем эту коробку. Теперь сюда. Теперь на крышу. Теперь на дерево. Давай, 13 секунд. Осталась последняя коробка. 9 секунд. Да бери ее, тварь. Нет. Выход здесь. 2 секунды, да. Пойду выплю валерьянки. Выплюю. Обосраться можно. Как я успел вообще? Я у никаких нерв на эту игру не хватит у меня, товарищи. Это какой-то ужас вообще. Так, ладно. Давайте посмотрим, что там нас дальше ждет. Это было вообще непросто. Кат-сцена, ребята. Что случилось? Я должен уезжать? Что, прямо через мост? Да блин, я не готов был. Ну, я поздно взял управление. Ну как я проеду через мост? Вы что, охренели что ли? А? И чё? Ну и пошел ты в жопу, я нахрен пешком. Смотри, паркур, а? Попробуй, попади в меня. Попробуй. Попадает, тварь. Я войду в этот дом. Выйду из этого дома. Не войду я в этот дом. Тихо, спокойно. Спокойно, мы войдем в этот вагон. Что это за побегушки, крысиные бегают? Понял тебя, больно, тихо. Не попал. Так, прячемся. Заходим сюда. Не заходим что-то. Фу. Жесть какая. Куда меня вообще принесли? Там была тачка, кстати. Чего я ее не взял-то? Я молодец. Мне нужно сюда. Отличный у вас тут... Я не знаю, что это, ресторан, не ресторан. О, здесь я и сдохну, да? Мне хочется внутрь. Спасибо. Патронов осталось пока нормально. И вот сюда мне теперь надо. О, ракеты пошли в бой. Это нечестно. Да боже мой, сраный магазин. Я почти добрался куда-то. Садимся в тачку, поехали. А, вот так, да? Вот это трюканул, вот это я понимаю. И теперь сюда. Ничего себе! А что, нельзя было всю игру так сделать? Мне нравится. Продолжение следует, миссия завершена. Продолжаем. О-о-о! Серьезно? Да я еще не наигрался. Ну, начинается вот это вот тирдаун, вот эти титры, вот эти. Денис! Если ты видишь это видео, ты просто красавчик. Вот этот вот самый Денис Густавсон, или Густавсон, он и разработал эту игру, понимаете? Он просто психопат, он в соло это сделал. Ну, я имею в виду движок, всю механику. Вот смотрите, есть еще какой-то Эмиль Бенксон, это левел дизайн и что еще? Ну, короче, немного помаленьку. Чувак, который разработал карты, Каби. То есть, короче, Денис — это разработчик игры, а все вот эти два чувака — это его помощники. Ну, понятно, да, что есть еще саунд-дизайн. Этот Николас разработал ассеты, я так понимаю, ассеты — это дверь, открывающаяся, машины там. Ну, еще написано деревья, хотя я не очень понимаю, что это за ассет такой. Стефан помогал левел-дизайну. Вместе с Оли Лудахл. Лудахл. И отдельное спасибо вот этим вот ребятам. Есть знакомые имена. Я полагаю, что это медиа, какие-то чуваки-блогеры, которые помогали. А это ж такое? Тут не очень понятно, что происходит. Но мне нравятся такие титры. Хотя я больше люблю сверху вниз, понимаете? Когда мы могли бы летать по этажам, что было бы прикольно. Но, видимо, движок игры многоэтажность не поддерживает. Шутка. Ребята, мы прошли тирдаун, с чем я, собственно, вас и поздравляю. Теперь у нас есть только возможность побегать в сэндбоксе. Ну и, в общем, создать какой-то уровень, возможно. Вы могли заметить, что в превьюшках я заложил возможность многосезонности прохождения этой игры. И да, мы ее нахрен не откладываем. Если мне что-то привидится, я что-то придумаю, мы обязательно в нее вернемся во втором сезоне, когда разработчик добавит там какие-нибудь новые уровни, новые какие-то кампании.
Вот, а пока что на этом все. На стримах мы обязательно с вами окунемся в сэндбокс и изучим новую карту на предмет денег. Да, надо будет там это все дело прикупить. На этом все, спасибо за внимание. Это был старый Херлим Пак. Услышимся уже скоро. Там, куда мы направляемся, дороги не нужны. Покусички.